Дима, ага. Смотри, смотри. Опа. Вот ты, блин, кинул. Развлекает. Он хлопает в ладоши, что ли? Тоже пытался так. А, он пытался так. Опа. Опа. А теперь ты. Попробуй. Попробуй. Он сейчас рукой махал, а перчатка у него это не улетает. Он не поймет, в чем дело. Почему у меня летает, а у него не летает. Давай, попробуй. Ну, попробуй. Попробуй. Ну, попробуй еще раз же сделать. Я тебе теперь сниму. А, видишь? Не улетает. Никак. 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 Не отходи так далеко же. А, никак. А, почти слетает, смотри. Слетел только. Чуть-чуть уже. О, давай, давай, кидай ее. Сейчас я кидаю, он хохочет. А потом тоже пытается так же сделать, она ее никак не летает. Ну покажи ему еще раз, Женька. Дима, смотри. О, видишь как? И ты кидай. Опа. Ну-ка. Опа. Ну? А ты? Опа. Попробуй. Чё странно. Почему у меня улетает, а у него не улетает? Не пойми. Ладно, поехали, давай. Ну, кидай. Ну, давай еще раз, да? Девочки, стой. Опа. Дима, Дима, Дима. Смотри, вот как надо. А? Опа. Ну, попробуй. Не улетает. Потому что на веревочке привязан. Поехали, ладно. Давай, расскажи. О, Дима, ты варежку держишь. Привет. Привет, Женька. Привет, Жень. Привет! А, привет! Всем привет! С вами канал Артмания. Моя семья. Парк. Да, мы пришли в парк. Мы сейчас идем в гудок. Да, мы зашли, купили еще пироженки. Но это для меня чисто. Вот. Сейчас мы пойдем в гудок за смесью, а потом в ленту за памперсами. Для Димульки у нас сегодня такой поход. Прогулка. Вот. И поснимаем немножко. Ой, птички, да, птичек сюда. Блин, они боятся. Надо было, знаешь, что нам надо? В следующий раз хлеб купить. Хлебом покормить их. Сейчас уже они это достают. Он прыгает, прыгает. Угу, тут детская площадка есть. Тут у нас торговый центр. Как он называется, Женя, забыла? Самар. Как он называется, Женя? Торговый. Самара. Самара? Сумсамар, вот. Сумсамар. Знаешь, напротив два Самарочка. Вот мне что-то кажется, Самарочка вроде. Но я не знала про Самарочку. А тут три. А тут смотри, какая дорога была. А тут забором заделали. Летом здесь красиво очень. Но летом у тебя все пляж, так пляж. Жару, что гулять?
Здорово. Какая лавочка, смотри. Днем прохладно. Классно. Да. Давай домой ее заберем. На дачу. Такая, смотри, классная. Чистая такая. Как будто ее только что. Ее, наверное, их, слушай, их только что поставили. Какой же замечательный. Какой памятник. А тут цветы посередине раньше были. Зелень была. А ты смотри. Ба, это снег, Жень. Снег, смотри. Это снег. Жень. Снег. Я же тебя кричу. Снег. Смотри. А? Ну, да, и нет. Смотри, там его сколько. Нифига себе. Какая красота. Шум дороги тут. А. Класс вообще. Тут листочки. Ну, Женька. Ты что делаешь там? Ты что опять носу ковыряешься? Ну, не пикай. Тут вот дома какие красивые. Это старые дома, да? Это старые еще постройки. Там он вообще, этот знак нарисован, как он там. Серп и молот, да. Остановись. Вот он. Сейчас такие не делают. Там у нас рынок губернский. Я их, кстати, всегда путала. Губернский и Троицкий. А потом нашла способ, как можно не путать. Губернский, как губерния, как такой центр города, как будто. А Троицкий, он находится более на окраине. И вроде как Троицкий такой на окраине, где-то там, что-то такое дальнее. Тут вот новое. Ну, это магазин фигневый. Здесь толком ничего нету. Ну, пойдем. Зима спит уже, засыпает, блин. Зиме хорошо, он сидит, теплее. А, вон там с высокими этими потолками, да, вот тот дом, по-моему. Да, Женька? Да. По-моему, он. Вот эти, а, даже этот, кстати. А, вот это тоже, Жень, смотри, он большой довольно. Магнит здесь. Идем, мы сейчас туда нашли, смотрим, время есть, там обед. Центральный универсальный магазин. Он разве центральный назывался? Ну да. Первый раз вижу. Никогда не замечала. А сегодня 1 ноября. Да. А я что-то это думал, октябрь что-то все. А вчера что-то... Хэллоуин был. Ну конечно, хорошо. Конечно, хорошо прошел. Ну, наконец он прошел, а то все. Все, тыквы боишься? Да, у меня есть она. Приедем, вот приедем, тыкву будем кушать с тобой. Капусту будем с тобой кушать. Надо, да? Было вырубить, да. Поднимай. Можно, да. Ну, когда сила, остановись. Он такой классный. Я это фоткал. Классно. Я вот что-то вот через камеру я замечаю, а так идешь. Итак, здесь чайники, детская одежда, мамочки гуляют. А там вокзал. Подожди, остановись. Вокзал. Фокусирует, фокусирует и... Та-дам! Почти. А здесь начинается шаурма, там шашлыки. А вот здесь, кстати, книжный был. Как раз меня мужик тут уболтал. Я к нему зашла, говорю, у вас психология есть? А он как начал рассказывать, как его друг выпустил психологию.
И меня там на целый час с лишним уболтало. Я думаю, господи, как от него уже отлипнуть-то? Думаю, что ж делать-то? Смотрю, там какой-то мужик зашел, я начала задом пятиться к двери, там тесно. Пятиться потихоньку, да, допятилась до двери. Я говорю, ой, говорю, мне пора. Дрынь и убежал. Да. И все, думаю, я больше не зайду в этот магазин. Ну да, да, по-моему. Пожилые люди покупали. Не знаю, я не помню. Я не начинаю. Не помню я уже. Давно было, да, Дима это было. Дорогу доделали? Доделали наполовину. Давай не будем торопиться. Да? А я хотела там ямку записать. Ямку. Ну ямку же. Конечно же, ямка же. Смотри, тоже лед, видишь? Где? А. Лёд. Ну да, там что-то плюс один, что ли? На телефоне у меня что-то сегодня не показало погоду. Вон, снег. Где без снега, я в кроссовках. До сих пор хожу. Там у нас парк. Сквер. Какой там сквер, Жень? Чёрса. Чёрса? Разве? А. Подожди, около Ленинградки какой? Тогда. А, точно. А тут есть где-то библиотека для... Слепых, да. Голос за кадром. Подожди, подожди. Суфлёр подсказывает. Забыла речь, суфлёр подсказывает. Да, я наняла себе суфлёра. Бесплатно. За деньги. Так красиво, смотри, сделали. Вот только для коляски нету входа. Или есть? Там спуска нету в коляске. А тут есть кофейня. Как она называется? Нет, вон там, на английском. Суфлёр, что-то ты плохо работаешь, слушай. Грани какие-то. Блин, грани. Что-то ты долго считаешь. Стаканы гранёные там подают. Нет, зачем? Кафе же. Кафе. Он для всех и для слепых. Я все время удивлялась, что там такое. Как они читают. А потом где-то увидела ролик. Не знаю, ролик или по телевизору увидела, что там просто точечки выпуклые в виде буквок. И они читают. Ну, не знаю, насколько это. Мне кажется, это так сложно. Целую книгу. Наверное, у них мозоли на пальцах. Все это долго так. А, там даже вон рука нарисована. А там-то написано. Аир. Полтинники здесь. Воздушный. А здесь у нас бассейн. Бассейн ЦСКА. Да, я правильно говорю? А, я туда ходила плавать. Да. У него еще окна открыты с какой-то стороны. И когда я ходила, старалась ходить, когда солнышко, и там так красиво. Солнышко попадает в бассейн. Такая вообще красота. Вот, мне так нравилось. Правда, после бассейна я себя ужасно плохо чувствовала. Выходила. Ну, там, не знаю, то ли давление поднималось. Я помню, тут на остановке стояла, чтобы поехать домой. И приезжала домой и сваливалась. Даже уже не было дела никаких уроков. Просто становилось плохо. И уже просто весь вечер я лежала в таком непонятном состоянии. Ну, сразу как выходишь из воды, мне сразу плохо становилось. Вот, каждый раз. Сначала я раньше часто ездила в надежде, что привыкну. Потом я все реже, реже, там, два, там, три раза в неделю, потом два раза в неделю. Потом дошло до одного, потому что не хочется себя чувствовать плохо. А, ну вот они, наверное, окна. Сейчас там деревья. Или, может, с другой стороны, не помню. А там стадион. А что на стадионе, Жень? А там каток есть? Локомотив прям сидит на стадионе, да? Ну, на стадионе. И зевает там, да? О, ворота закрываются сами.
Там смотри, красиво сделали. Идиот меня напал. Дом там новый построили. Или подожди, его обделали что ли? А, его обделали, смотри. Дом, смотри какие. Сверху смотри, старый он остался, а ниже новый. А я тоже не заметила, думаю, откуда там новый взялся. Ну, где же его там поставили-то? А он лишь сверху еще не доделали. Не хватило нам денег. Антон, ты ешь? Уезжай, коробка. Вот. Семья нас обогнали. Все... Все с рюкзаками. У каждого свой. А я свой мужу отдаю. Красиво так. Рука, ой, рука замерзла. Вот этот заборчик сверху. Хотел сказать, это заборчик, а сказал про руку. Обычно я зимой хожу без перчаток тоже. Потому что мне очень жарко. Вообще я мерзлячая очень, я люблю жару. Под 40 для меня нормально будет. Она уезжает у меня. Мне одной рукой неудобно управлять. Как красиво. А здесь тоже кафе. А, здесь мы с тобой видели, да, кафе? Там с большими столами и с диванчиками, как в Занзибаре, в нашем любимом кафе. В котором практически мы познакомились. О, смотри, меня видно. Надо на камере подписать. Артмания. И все. Ну, всего 15 минут. А тут одежда. Там ничего такого прям суперского нету. Сюда я заходила. И вам, кстати, в каком-то влоге я говорила, то, что я туда заходила. Вместе с Димулькой. Ну, почти мы уже подобрались к ЖД вокзалу. Закрыто. Ух ты. Здесь старые дома. Здесь был, кстати, магазин домашний когда-то, помнишь? Да. Вот в этом здании. Который сейчас вот вы видите. Изначально он был все по 70 рублей, потом он стал дороже, дороже. И что-то потом... А, потом появился фикс-прайс, и мы начали ходить туда, а в это перестали. И он закрылся. Аптека. Дома. Тут зато 585 золота. Кстати, этот магазин, по-моему, считается как ломбард. Потому что я видела, что там приносят свое золото и отдают им. Вам на заметку. Ну, ты что, будешь торопиться? Давай. Мы не будем торопиться, мы не торопимся, мы гуляем вообще-то. Тут у нас кафе. А, ой, да, пекарня. Да, вот тут у нас просто обувь. Там прикольный магазин. Говорят, 299 рублей. Кстати, тут... А туда заглядываю, 399 рублей. Еще обманывают людей. А, кстати, надо будет там что-нибудь посмотреть себе. 299 рублей. Снимай, снимай. Разоблачим. А теперь давай покажем, пойдем. Ну это может шарфик, а там тапочки, наверное. За 400 рублей там все. Так, ты сейчас когда пойдешь? Я сейчас пойду в детский мир сначала. А, нет, да, я сначала в детский мир пойду. В детский мир, а потом? Потом я пойду в Эльдорадо. Смотрю. Потом я пойду в ленту и вернусь. Тут там Хильте. Что ли? Тут открылось наконец-то. Закрыть. Конфеты с табаком. Thank you.
мы подходим к торговому центру Гудок. Тут еще магазинчики, детский мир там, в который мы идем. Кстати, в детском мире детское питание дешевле, чем дочка-сыночка. Там. Раньше там мы покупали, потом продавали. И стали тут. Идете? Подымай. Идете. А Женька будет у нас сидеть внизу вместе с Димой и ждать маму. Ну, сначала сейчас в детский мир пойду. Ты постоишь, я потому что тебе покупки отдам. И потом ты будешь ходить, а я пойду в Эльдорадо, а потом за памперсом. Только мне это карточки не забудь отдать. А то я опять убегу без них. Сюда уже, кстати, мы с вами ходили. Такой магазин нестандартный. Могли ведь построить как космопорт, да? Прямоугольный, большой прямоугольный, а тут какие-то углы странные. Народу стало побольше, да? В эти углы что-то въезжать никто не хочет. Ездить потом какой-нибудь модиус. Единственное, здесь плохо, здесь нет лифта на второй этаж и на цокольный. То есть коляска с ребенком или просто инвалид на коляске, он никак не поднимется, не спустится. Есть с этого этажа только сразу на третий этаж, а там как хочешь спускайся. А двери, кстати, перестали, да, сами открываться? Да, раньше. Они сами раньше открывались, было прикольно. Пойдем сначала до детского мира дойдем. Красиво тут. Мегафон есть. А тут с этой стороны картинки. Хотя нет, народу не так много. Смокорт приходишь, там прям битком. Магазинов тут постепенно каждый месяц по чуть-чуть открывается по несколько магазинчиков. Раньше я следил за этим, потом, когда их стало много, я уже не стала, потому что не запоминаешь, какие есть. Да, этого звука шарахаешься. Магазин моды, который всякие необычные товары. А вот мы дошли до детского мира. Так, ну вот мы дома, купили смесь
за штуку 586. Купили мы 4 штуки, одну я уже убрала. Вот, повезем ее к маме. Завтра мы отправляемся к маме, я уже прибралась немножечко, все сложила. Вот, и купили мы такие вот шоколадки. Ой, не так. Альпенгольд, капучино и какая-то йогуртом, что ли. Да, черничный йогурт. Начинка. Попробую. Не знаю, не помню, я ее пробовала или нет. А вот эти вот мне очень понравились. Особенно понравилось, когда она в жаре уже такая подтаявшая и прям обалденно такая вкусная. Вот. По 34 рубля они были со скидкой в ленте. Вот. Хотели купить памперсы. Памперсы мы не купили, их не было. И у нас произошла неприятная ситуация. У нас смесь чуть не украли. А мужа порвался мешок, он его положил на лавочку, рядышком гулял. И уже меня увидел, я иду. Вот иду, уже подхожу и смотрю, мужчина проходит мимо, останавливается, видит в порванном мешке какие-то коробки. Не знаю, наверное, он не понял, что это смесь. Вот, остановился, подумал. А мы уже бежим, бежим, бежим. Я говорю, Жень, смотри, сейчас украдут. А мы уже подбегаем, неужели он краем глаза, не знаю, не видел, что ли. Вот. И он нагнулся, уже вот так вот, вот взял ее, короче, рукой. Она там, ну, лежа лежала, вот так он ее уже взял. И я уже просто бегу, начинаю кричать: чужое, чужое, нельзя брать, нельзя брать. Он встал, ну, так раз, разогнулся, стоит. Вот, и пошел. И у него вот такой, знаете, взгляд был стеклянный, как у робота. И он просто идет прямой, да, ну, просто прямо идет по прямой линии. И я его вижу, он ко мне уже подходит, и я опять ему кричу: нельзя брать чужое, нельзя! А он просто мимо меня проходит, как робот, и все. Вот. Не оставляйте свои сумки без присмотра, воруют только так. По сути, зачем ему смесь? Ну, видимо, коробка большая, клюнул, что можно украсть. Так. И, да, кстати, мы еще купили. А вот наш, кстати, мешок порватый. Вот. Жалко, конечно, этот мешок нам служил очень долго. И просто взял вот так вот, вот и порвался, видите. Даже вообще как-то... Даже не, пош... не как-то по шву пошел, а потом где-то боком, очень жалко. Ну вот и купила я пироженки свои любимые. По 170 с чем-то они там стоят. Сейчас покажу. Вот они, заварные пироженки. Ти-ти-ти-ти-ти. Опа! Красивые. Ну вот, сегодня поем. Поедем, завтра уже поедем к маме. Мама мне сладкого объедаться не даст. Мам, максимум одну съешь. И все, поэтому я решила, сейчас, думаю, дома поем как следует. А там целую неделю без сладкого практически придется жить. И для сладкоежки это сложно. Да, еще я рассказывала то, что мы купили мед. Вот он мед. Что-то он там уже засахаривается. Вот. Ну, там крышка немножко сладкая, я не буду его трогать, а потом вам покажу. Я решила сейчас не переливать его, потому что сейчас эти 3 или даже 4 баночки просто складывать сейчас некуда. Вот, потому что сейчас кухню разобрали, завтра, наверное, покажу. Не разобрали, в смысле, а уже там убрались. Завтра покажу, как там при свете нормальном. Вот. А сейчас вот примерно так это выглядит. Там уже сбоку я из кухни все убрала. Вот из кухни убрала все, вот они. Моя техника. Сумки вот они из кухни. Все лежат. Банку вот надо отнести на балкон. Я сразу сюда к балкону подношу, а потом туда отправляю. Вот. Это землю достала, надо цветку дать, положить немножко свежей земельки, чтобы он сохнуть перестал. Кстати, у нас бутончики. Вот, смотрите, бутончик. Я как раз уезжаю. Так обидно, я уеду, а тут будет цвести. И там еще... Сейчас покажу. Вот раз. Видите, вот раз. И вот там два торчит. Еще два бутона. Я надеюсь, что они меня дождутся. Потому что так хочется посмотреть. И хочу вам показать, как они цветут.
Вот, там, он не желтеет, я листочки вчера вот пообрывала немножечко, которые сами он отдает. Вот еще два вот осталось, я надеюсь, что он перестанет желтеть, очень на это надеюсь. К моему приезду, ну, посмотрим, постараемся, вот он как-то желтеет. Постараюсь, вернее, прийти в среди недели. Вот я хочу заснять, как там все это выглядит для вас, как кухня выглядит. Вот завтра я засниму, как она выглядит, когда будем уезжать, как она выглядела. Потому что вы видели только одну сторону, со стороны желтой плитки, а сам кухонный гарнитур вы не видели, скорее всего, еще. Вроде я не показывала. Вот, и потом приеду среди недели, когда его уже вынесут. Что там, как там, мне даже интересно, что там находится за панелями этими. Что там со стенами такое, что их просто закрыли. Как там будет после плитки все это. Вот, и потом, естественно, после ремонта вы увидите, как там и что там. Ну и кухонный гарнитур будем вместе с вами заказывать его. Вот. Дима купается. Купается. Ты что? Какаешь ты там? Ты что там тужишься? Дима купается. Какие рожки у Димы. Ой! Дима единорожечка сегодня. Единорожечка Дима. Ой, как Дима купается. А у нас тут лейка плавает. Как плавает. Какая лейка. Ой, пузырики. Оба, какие пузырики. Ой. Ой. Какие пузырики. Дима купается. Ой, какой Дима. Что-то твои ножки тут видны стали. Вода что спускает? Какой Дима сладкий. Ай, Дима купается. Посмотри на меня, Дима. Дима, на меня посмотри. Дима. Дима. Дима, ну посмотри на маму. Сын. Сына. Дима. Ну поверни головку. Ну поверни, что ли, подними. Ну что ты какой обиженный. Ой, все рожки исчезли. Ушки сейчас будут. А тут смотри, у тебя кто? Ой, какая книжка. Смотри, рыбка. Это рыбка. Сын, это рыбка. Рыбка. Рыба. Да? А это звезда подводная. Там плавает там. Звезда, да, звезда подводная, там рыба, да? Рыба? Рыба? Повтори, рыба? А тут рак. Ай, какой рак, смотри, ух, сам за попку, Дима. Да, рыба. Рыба, это кто там у нас? Краб, краб у нас там. Краб. Голову намочили, сразу мне волосы какие стали длинными. Ой, Дима в пенке купается. А что там облизываешь? Да, Дима купается в пенке сегодня. Второй раз в жизни. У нас был старый... пенка старая, которая мне не понравилась по запаху. Не знала, куда ее деть. А туда, думаю, ребенку пенку создам. Уже думала отдать куда-нибудь, кому-нибудь. Дай, думаю, пенку. Тут у нас какой-то... А вот.
запахом. Кого там? Мандарин, ну. А, я про него, кстати, говорила в каком-то блоге. Мне не понравился. Нравится нам вон тот. Ой. Ну все, укатилось. Укатилось. Выкидываешь ты. А я думаю, что она все время на полу? Ну-ну-ну, сиди. А. Она тебе тоже нужна, да. Че, все? Накупался? Вот так мы сегодня кушаем остаточки. Остатки вермишели совсем чуть-чуть. Морковка с помидоркой. А я тебе там иду, майонез ты опять наложу. Закончим. Как вы идти? Ты его открути. И пальцем туда залезь. Я откручусь. Ты не бритый? Через камеру такой видел. Самые остаточки. Сыр. Салат сегодня. С помидорами. И зеленью.